В наше время полковые бои проходят вот в таком формате. Боевой рейтинг меняется каждую неделю. В данный момент это БР-7.3, а у противника попадаются каждый второй бой вот такие вот сидоренки. А каждый пятый бой целая команда сидорят, таких как Квитка, Эскью, Мадагаскар и Порно. В нашем случае вот этот вот сидоренок, отпетый, причем сидоренок на полном морозе играет с щитами. Давайте я сейчас помолчу, и мы посмотрим, как он оформил пол команды. Зачем нужен 4 бомбардировщика, если можно взять одну чью-то зенитку и всех посносить? Вот чувачок оформил минус 4. Я просто ужаснулся. Неужели, думаю, так можно в открытую? Да, можно так в открытую. И всем похер. В особенности гейммастерам. Давайте теперь посмотрим, как это чудовище играет в совместных реалистичных боях. Следующий бой у нас в рандоме, в совместных реалистичных боях. И это чудовище получило уже БТ-7 F-32. Насмотрелся стримеров, всяких амирычей, спортсменок, алок и решил поднагнуть на БТ-7. Ускоримся немножко. Вообще ему все похрен. Что там, блядь, кто там будет смотреть, не будет смотреть. Он просто едет и он играет, блядь, так называемый тетрис. Ну, по барабану, блядь. Есть там маркера, видно там танк или не видно. Просто заезжает, включает прицел и похер. Деревья, не деревья, кусты, не кусты, прям стоит и стреляет. У него цель одна. Мне нужно уничтожить Абрамса на БТ-7. Это ж сверхскилл. Ну все, стоит и долбит просто в этого Абрамса. Абрамс причем стоит и дупля не отстреливает вообще. Все, Абрамса он убил, успокоил свою душонку и выехал на Т-80. Чувачок уже давно читерит. Мы сейчас можем открыть его статистику. Вот такой у него. 77.97. 3.4 каждый бой. Просто... Ух, какой красавчик. История полков. С июля 19-го зашел сюда и... читерит.
Давайте уберем вот так маркера, подключим вот так вот и будем смотреть. Вот мы уже целимся, да? В кого мы целимся? Автонаведение срабатывает у него. Так, ускоримся, танк уже здесь видно. Дальше ему ломают гусеницу, и он сразу же доводит. Оп. Кидает дым. Самое что интересно, ребят, кидает дым. Смотрите. И работает по танку. Вообще... покер. Готов. И дальше стоит теперь. А следующий танк. Следующий танк. Ну вообще все покер. Гайдин, куда вы смотрите? Куда смотрят ваши гейм-мастера? Чем они занимаются, блядь? Что это за списки, которые вы нам показываете раз в два месяца? Это что за дичь такая у нас? Забани нас больше 300 аккаунтов. Блядь, кого вы баните? Почему столько много игроков, блядь, на читах? Вопросов дохренища. У нас вон скилловички такие гастают и срут нам на голову. Да, у меня просто, ребят, слов нет от происходящего. Это ужас. Так и живем.